Всем привет, любителям рыбалки! Наконец-то замечательнейшая новость пришла сегодня. Значит, с 15 июля 2022 года Россия снимает все ограничения на сухопутный транспорт. И вы можете теперь приехать в Финляндию на рыбалку без каких-либо проблем, если у вас есть просто туристическая виза. А Финляндия, напомню, уже 1 июля сняла все ограничения. И дороги открыты. Финляндия красивая вас ждет. Поэтому приезжайте и наслаждайтесь рыбалкой. Напомню, те, кто хочет, может быть, порыбачить с гидом или со мной, у вас есть такая возможность заказать рыбалку на сайте finfishing.ru. Информация в описании к видео, или отправить заявку на электронный адрес, который я там же укажу. Вот, собственно, все, что хотел сегодня для вас рассказать. И, наверное, одна из самых радостных за последнее время новостей. Уже мы отвыкли от них немножко, но вот, наконец-то, это случилось. Поэтому жду всех. Добро пожаловать. Ну, он так схватил, потому что да, он так упирался. Да, больше, просто. Подожди. Да. Давай-ка ты его поближе. Ну, все, попробуем. Я его сейчас возьму. О. Ну, все, второй такой за сегодня, да? Да, прекрасный окунь.